Артема я знаю еще со школы, это самое, мы играли в одной команде футбольной. Вообще, сколько я его знаю, он отличался от всех своим позитивом. С Аней мы познакомились, когда Артем с ней начал встречаться. Он нас с ней познакомил. Сразу она впечатление произвела очень веселой, доброй девушке. Реально, когда мне сказали, Тёма там познакомился с какой-то городской девушкой, я опа, Артём с городской. Ну реально, с первого взгляда Аня располагает к себе людей и очень хорошее впечатление о себе складывает. И, честно сказать, очень за них рад, что по такому поводу всех нас друзей объединяют они. Реально, конец недели, смотришь на телефон, и сейчас должен позвонить Артем или Аня. И так происходит. Действительно, очень круто они смотрятся. Очень-очень рад за них. Сейчас, вот последний год, как они полгода готовятся к свадьбе, у них реально все идеально. То есть взаимопонимание на высшем уровне. То есть очень-очень классно. Желаю, чтобы Артем и Аня достигли в своей жизни очень высоких высот, и чтобы на этой высоте у них царили тепло, уют и взаимопонимание. И, конечно же, любовь. Что еще? Он на класс меньше или на класс старше?
хорошо. Да, знаю. Очень долгие были подготовки со стороны Артема насчет предложения Ани. Очень переживал по этому поводу. Но сделал все сам, как хотел, как планировал. То есть он показывал нам видео, как это все происходило реально. Сделал он мне предложение перед Новым годом, и когда это он рассказывает, ну вот, скоро, и смотришь на него, и вот эти глаза, они полны любви, полны ожидания этого момента. Видно, что он ее очень любит. Там напокупал миллион свечей, все уставил, все реально так классно обыграл. Спасибо, ты рассказываешь. Ну ты подумал. Нет. Пацан сказал, пацан сделал. Из-за этого, ну, по натуре своей он красавчик. Я бы, наверное, если девушкой был бы, тоже полюбил такого парня. Рубаха парень. И как джигитка джигиту, желаем, чтобы ваша птица под названием «Любовь» достигла неимоверных высот, и чтобы там на высоте не обгорели крылышки. Ты сказал все! Порепетировали. Ну чтобы, ну вот таких крутых у них, ну вот таких крутых историй.